Так, сейчас, ребят, глянем, будет дыметь, нет. Потому что заказал для палатки Powerbird своей, вот этой, в которой мы сейчас находимся, изогнутую трубу, в общем. Она по диаметру не подошла. Она вот тут вот, ребят, маленько больше диаметром. И, в общем, я что-то думаю, что она начнет дыметь сейчас. Здесь вот вроде как она до упора встала. А вот там вот вверху она немного большеватая. Тут она на 70 миллиметров. А там, по-моему, соточка. И у меня труба вот эта вот тоже на 70 миллиметров. Вот не знаю, сейчас хочу спробовать затопить. Если начнет дыметь, будем что-то другое думать. Надо чем-то обмотать, наверное, что ли. Сейчас посмотрим, ребята. В общем, я сегодня пошел наконец-то в поход. В походе, друзья, я сегодня, как вы уже видите, с ночевочкой. Вот. Давно я никуда не выбирался. В общем, весь март. Не весь март, половина марта болел. А половина марта был в разъездах. В общем, устраиваюсь на работу, ребят. Вот. Так, сейчас. Да что ты там? Сейчас, в общем, затопим и посмотрим, как она себя поведет. Данная труба. Вот, братцы, поддувало открываешь, она вот так вот начинает, короче, дыметь. Надо что-то другое, наверное, думать. Так, ну вроде печка нагрелась. Дым тут перестал идти. Даже открываешь, дым не идет все равно. Поднялся небольшой ветерочек. Надо идти, ребят, заготавливать дрова и за водой, потому что снег уже черный. У нас уже, друзья, запахло весной. Сегодня прям такой твердый снег, чирым. Можно даже гулять, ходить спокойно, без лыж по тайге. Так, сейчас буду запасать дровишки. Сейчас вот эту вот возьмем, вот эту возьмем. И на ночь, ребят, за глаза хватит. Покушать приготовить. Сегодня у нас, кстати, плюсовая температура на улице, где-то
ну плюс 12, наверное, 10 термометр там, на лагере. Сейчас придем, глянем точную температуру. Вот, одел сегодня вот такую вот ветровочку, ребят. У меня, кстати, тут зимы оставался еще спальник, спальный мешок. Не знаю, его надо будет достать с норы, с пещеры и высушить. Сегодня, ребят, гуляет ураганный ветер по тайге. Вот, так что сегодня опасно тут под сушинами ходить. Вон какой ветрище. Так, печка еще топится. Две лисины. Сейчас еще парочку и, думаю, хватит. Задувает, зараза. Что-то надует, наверное, сегодня. Друзья, ну, напилил дровишек, так как палатка у меня сегодня Powerbird 3T White, поэтому она маленькая и, естественно, дров мне понадобится меньше. Вот, ну, думаю, вот этой кучки мне на ночь хватит за глаза. Если не хватит, то оставлю на всякий случай еще одну сушинку. Ну, а сейчас пойдем искать, друзья, воду с вами, потому что снег уже черный. Вот, и будем разводить костер. Вот, готовить вкусняшки, как вы любите. Передавали, кстати, сегодня на плюс 14-15. Ну что-то, друзья, слабо верится. Говорю, какой-то ураганный ветер подул. Не к добру, конечно, это все. Так. Ну, дальнейшие мои планы, ребят. Палатку вот эту я оставляю здесь. Буду просто приходить, ночевать. Может, и 2-4 дня, вот так вот, с недельку можно будет пожить в ней. Поэтому таскать я ее не буду. Сегодня кое-как ее занес сюда. А вот и соболишка, ребята, скакал. Вот, по два следа. Вот так вот. Идти по такому снегу по насту, ребята, одно удовольствие. О, мы еще с вами и на обратном пути сушинку возьмем. Вот эту. А вот, ребят, след. Белочка. Наша сибирская, ребят, скакала, видите, да? Тайга, ребят, начинает просыпаться уже после зимней спячки, стужи. Эх, как я давно, ребята, представляете, целый месяц в лесу не был. Даже не верится как-то. Вот такая вот, ребята, у нас чистая в тайге вода бежит. Артезианская. Чудотворная, ребят. Ну все, водичку взяли. Можем идти дальше.
сальцо, ребят. Горячее. Так, сейчас посмотрим, что у меня тут с моим спальником. Там он у меня. Так, это у меня от другого спального мешка. Все во льду, ребята. Все позастыло. Капало, наверное, таяло. Там надо спальник. Тут вроде. Этот вроде живой. Все заодно высохнет здесь. Да он даже, я бы сказал, не сырой спальник-то. Вон подальше от печки его туда. Вот здесь, смотри, будем сегодня спать. На перчатки посушить. Оставшиеся вещи занести. На обед у меня сегодня... Что будет-то? Надо что-то готовить, пока костер горит. Взял с собой колбаску вот такую. Докторская, ребята, самая вкусная. Ну, маленько фарша взял. Вот сейчас, думаю, и свининки. Маринованная свинина кусочками. В общем, стейки свиные. Вот. В общем, сейчас думаю супчик, наверное, с фрикадельками, пока костер не прогорел, приготовить. Много не буду готовить, воды надо оставлять. Сука, думаю, хватит. Вода быстро уходит. Чудотворная. Котелок висит. Картошечка у меня мытая сразу. Сейчас мы ее быстро начистим. У меня уже вода вовсю кипит. Не поваляешь, не поешь, как говорят. Картошка. Не хватит. О, погода разбушевалась. Палатку закрепил. Вроде не должно ее ветром урони. Даже не знаю, как из мороженого фарша фрикадельки слепить. Вот такой вот. Я, наверное, сейчас кусочками нарежу и туда
Вот они, фрикадельки. Вот такие. Раз. Вот такие. У вас супчик кипит. Сейчас скоро надо будет посолить его. Паприка молотая. Сейчас добавим. Цвет придаст такой. И вкус, ребята. Побольше. Я люблю вот такой сладкий перчик. Супец. И соль с черным перцем. Сейчас добавим. Лаврушку, наверное, не будем добавлять. Маленько можем. Что у нас тут показывает? Плюс 2. Если он рабочий, ребят. Барометр. На солнце показывает. Солнца нет сегодня. В общем, непонятно. Посмотрим еще. Все, супчик наш готов. Пускай остывает. Что у нас тут? Супчик. Так, нагорели угли. Сейчас, наверное, будем мяско с вами жарить на вечер. Ну, а потом уже, думаю, сейчас пожарим мяско. Время у нас 16:30 вечера. 16:32. Это что получается потом ближе, как стемнеет, наверное, раскочегарю печку в палатке, чтобы было тепло, уютно, комфортно. У меня тут не так вроде не холодно. Тут надо будет подмести потом. Да. Веничек сделай какой-нибудь. Братцы, пришло время достать нашу любимую решеточку. Так, вот такое вот, ребята, у меня. Вот такие там стейки. В общем, в маринаде. Свиные в маринаде. Сейчас. Посмотрим, что тут у нас. Получилось. Вот такие вот стоечки. Вот так вот. Сверху маринад. Ну, можно
по краям можно, ребята, положить сальца еще. Сальцо вот так вот положим. Или сюда его. Теперь надо подумать, как ее поставить. Пока отодвинем. Так. А то сюда вот. Так, пониже надо чуть-чуть. Вот чайник закипел. Пробуем наши стейчки. Сейчас, думаю, наверное, на всякий случай березку завалю, вот эту маленькую. Она все равно вон вся гнутая какая-то. Упадет, наверное, снегом, наверное, ее расколола там. Вот это. Небо потихоньку затягивает. К дождю, видать, наверное, скорее всего. Ну, хоть успокоился ветерочек. Вроде как погодка. Но все равно небо затянуто. Солнце спряталось. Время уже 6:30. С дровами нормально у меня. Так что дров тоже в палатку напилил. Ну вот и солнышко садится. Вечереет, небо прояснилось, облака вроде как прошли, синие черные тучи. Скоро, в общем, занес дрова в палатку, все сложил. Вот, сейчас как начнет смеркаться, растоплю печку. Да лягу отдыхать, скорее всего. Что еще делать? Наслаждаться буду тишиной. Смущает, ребят, меня вот это дерево. Как черт какой-то стоит. Весь такой рогатый. Рогатое дерево. Красиво он, солнце как падает. Уже. Там он уже тоже освещает. Солнышко. А, как оно не рухнуло сегодня. Его прям сегодня вообще шатало, ребята, в разные стороны. Вот это вот дерево. Температура ровно 0 показывает. Барометр тоже идет к осадкам. Значит, скорее всего, завтра будут осадки. Хлебушек горяченький.
Ой, дым глаза щипит. Ночка, ребята, будет теплая, скорее всего. На улице плюсовая температура стоит. Да, уже пора. Апрель месяц. Но с утра все равно заморозок большой стоит. Минус. Где-то сегодня с утра даже подморозило все, где-то, наверное, минус 6 было, 7 мороза. Вот. Ну, таких-то больших морозов уже не будет. Только снег может. В общем, подкинул, друзья, сухую смоленистую такую вот, две елки. Горят. Прям ух. Братцы, пойдемте в палатку. Костер пусть там будет. Продукты висят. Так. Чаечек. Должно дровишек, в принципе, мне тут хватить на ночь сегодня. На просушку поставим. У меня уже все снаряжено. А все, ребят, укладываемся спать. Время без 10:11 вечера. Что-то тянет, ребят, ко сну. Затопил печку. В палатке прям жарко. Снял курточку, он постелил под голову. Приоткрыл маленько двери, чтоб угарный газ, если что, выходил. И открыл он там, с другой стороны, вытяжку тоже. Так что, если утром проснусь, я то включусь, ребят. Доброе утро, ребят. Ой, ночка пошла жаркая, просто кайф, ребята. От этой палатки, от Power Bird, я прям, ребят, в восторге, очень доволен ей. Она маленькая, компактная, легкая. В общем, дров надо практически... очень-очень мало готовить. Все, что я наготовил, ребят, все осталось у меня. Я использовал где-то всего полежков 6, наверное. Вот. 3 штуки кидал как раз березовых и 3 штуки сухих вот этих пихтовых. Блин, у меня там продукты не уйдут. На улице уже рассветало. Вот, ребят, все, что у меня осталось, короче. С дровами. Печка, наверное, прогорела уже. Сейчас буду вставать. Вот, печка горит. Всю ночь был включен эконом-режим. То есть вот так вот на самый, ребят, на самый минимум
Вот, просто нечем дышать. Птичка орёт какая-то, короче. Время 7:30. Сейчас еще полежу маленько, буду вставать. Прям мне охота так вставать, ребят. На улице, ребята, заморозок. Был небольшой заморозок. Печка вроде нормально работает, ничего не упало, ничего не прогорело, ребят. Все работает отлично. Так вот, прогорел костер. Посмотрим температуру, ребят. Вода. Вода, ребят, замерзла. На улице минус 10. Вот, вода замерзла. В котелке, наверное, тоже, наверное, вода. Тоже, наверное, скорее всего, замерзла. Вот. Ладно, что, пойду еще поваляюсь, пока время есть. Часов до 9. Потом буду костер разжигать, готовить завтрак, чаечек горяченький, ну и собираться. Все, ребят, пойдемте сжечь костер, ставить чаечек. Надо еще приготовить завтрачек. О, все, высохло. Короче, ребята, спал как младенец. Все прогорело. Сейчас. Так, братцы, вот мой завтрак. Тут кусочек сальца еще с вчера осталось. Кусочек миска и хлебушек. Сейчас подогреем, поджарим чуть-чуть. Поджарилось маленько. Лялька, ребята. Все, будем потихоньку, наверное, собираться ближе к дому. Отдохнули, развеялись после месячного отдыха.
месяц, ребята, в тайге не был. Это для меня это сенсация, короче. Я еще ни разу так, ребят, не отдыхал, не устраивал себе такие каникулы, чтобы месяц не ходить в лес. Ну что, друзья, на этом мой поход с ночевкой в зимний лес, или, можно сказать, весенний лес, подошел к концу. Отправляюсь, друзья, домой.